Это журналы Avon в 97-м году аж. Вот он вкладывался в заказы представителей и рассказывал о новостях компании, о сотрудниках, об успешных представителях, координаторах, менеджерах. Кстати, координаторы появились именно в Avon России. Раньше были только представители. Это, кстати, офис в Уланском переулке, где компания долго находилась. Потом она переехала на метро Фрунзенская. Сейчас находится между метро Белорусская и Динамо. Вот. С этими людьми я работал в компании с 2001 года по аж, уже не помню какое, 2017 год. Тут, кстати, смешные истории написаны.